Так хорошо, что тебе мама не разрешила. Эй, эй! Кто делает бросок у вас, чтобы вы придерживали партнера? Мне не хватает этих, как их, трупов здесь еще. Так, чтобы вы знали, я поставил камеры. Снимаю. Самостоятельно меняю. Максим, голову не тягай, голову. Что? Пожалуйста. Помочь? Макс, помочь? Берешь этот сок и он к земле.
принесешь, покажешь. Взял, что ты сидишь? Чучело взял. Вперед и бросаешь. Делаешь бросок через бедро. Бросил, а потом курвал через него. А может? Стоп. Стоп, вернись обратно. Простите. Да, или уже нужно было идти по синей линии. Видишь у тебя? Уже все. Пошел. Какашка. Еще раз, если ты ему сделал бросок на репон, встаешь счет один раз в своем поясе. Если ты сделал репон, у вас 1-1. И если ничья, то есть 2-2, 3-3. Вот тот, кто первый сделал репон, тот выигрывает. Но, если счет 2-2, и Катерин делает бросок там, в Азаре, например, да, заканчивается схватка, счет 2-2, то Катерин ведет в Азаре, хотя ты первый схватку выиграл. То победу я дам Катерине. Готовы? Да. Сейчас одну секундочку. Да. Сейчас по.
подождите. Да, ну хорошо. Хаджина. Что такое? Ударился? Все нормально?
тебя нагружают, я его нагружаю. Видишь? Сильный физически. Значит, и в борьбе он. Ему легче намного. Так, где? Все хорошо? Так, приготовились. Вторая схватка. Аджуэн. О, да, переодевайся. Есть тут у меня один пацан. Надо его. Знаешь, надо его. И держи его заодно. После икона, после броска еще и держите. Привыкайте держать. Thank you.
снять поезд быстро или туда. И пока вы это не сделаете, не будете делать, вас просто соревновали с кварцами, снимут и все. Хорошо? Что такое? Все трусы снимут. Поклонились. Все, шаг назад и поклониться. Что тебе? Все, хватит. Больше.
тяжелую позицию, когда ты будешь расти. Какой смысл с Максом бороться? Ширму нет этого, пускуна нет. Там, если ты будешь выигрывать нормально, будешь проигрывать, я им скажу там, посмотрю, если сильно будешь проигрывать, скажу, одну руку им держать, нагружу их. Все зависит от этого, чтобы интересно было в этом. А какой смысл с ним бороться, захват, вот ну, все равно выигрываешь. Макс, что ты вышел? Готовы? Борис, это твой пон. Кто сделал пон? Сделал пон. Показывайте мне рукой. Все. И потом я отпускаю, вы садитесь туда. Итак, схватка у нас 3 минуты. Джин! Поэтому бороться. Нет того приема, который...